Алупка. Чудное название-то. Поворачивай, так поедем. Это история от дяди Васи. Надеюсь, месседж этот будет ясен. Согласен ты со мной или не согласен? Подводный мир, конечно же, прекрасен. А дядя Вася может просто... Тебя стреляли когда-нибудь? Не. А ты? Да на мой век фашистов хватит, товарищ мой. Каких фашистов? Тебе в своих стрелять придется. Или в затылок, или в лицо. Вот так. Страшно? А должно быть все равно. Понял? Все глубже с природой, общаться морскими знаниями, поглощаться и будем искать. Как обычно, да? 300 водки, яичница. И... Нет, кофе и пирожное, пожалуйста. Кофе? Кофе и пирожное, спасибо. Да более родной Севастополь, дом мой, Севастополь.